ॐ नमो भगवते वासुदेवायाम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песнь 10 глава 41. Кришна и Баларама входят в Матхуру. Текст 24. Там сам правиштал Васудева Нанданам. Вритава ясяйр нарадева вартмана. Драштум самию стваритах пурастриом. Хармьяни чайва руругурнри пасуках. Перевод. Женщины Матхуры поспешно собрались и выбежали посмотреть на двух сыновей Васудевы, когда те, окруженные своими друзьями, по царской дороге входили в город. «О царь!» Некоторые из женщин, желая увидеть их, поднялись на крыши своих домов. Комментария нет, текст 25. Некоторые из женщин надели свои одежды задом наперед и перепутали украшения. Другие забыли вдеть в ухо вторую серьгу или надеть второй браслет с ножными колокольчиками, а третьи накрасили только один глаз. Комментарии: женщины так горели желанием видеть Кришну, что в великой спешке и беспокойстве забыли обо всем. Текст 26. Сидевшие за едой перестали есть, другие побежали, не завершив омовения или массажа. Те, кто спал, повскакивали с постели и, услышав шум, а матери, кормившие молоком младенцев, тотчас оторвали их от груди. Текст 27. Лотосаокий Господь улыбался, вспоминая свои героические деяния, и улыбка эта пленяла сердца женщин Матхуры. Он шагал, словно царственный слон, а его трансцендентное тело, которым наслаждается богиня процветания, дарило праздник глазам женщин. Текст 28. Женщины Матхуры много раз слышали о Кришне, и как только они увидели его, сердца их тут же растаяли. Они чувствовали, что он оказывает им большую честь, окропляя их нектаром своих взглядов и ослепительных улыбок. Глазами своими они помещали его в сердце и там обнимали его воплощение. И там обнимали его, а воплощение высшего восторга. И как только волоски на их телах вставали дыбом, о покоритель врагов, они забывали о бесконечных страданиях, которые причиняла им разлука с Господом. Завтра текст 29. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манопиштам Стапитамена Бутали Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпа Тарубьяшча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Павани Бью Вайшнави Бью Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Бхуталеша Мати Бхакти Веданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштитя Деша Тарине. Там сам правиштал Васудева Нанданао Вритава Ясьяйр Нарадева Вартмана Драштум Самию Стварита Пурастрио Хармьяни Чайва Руругурнри Патсука. Женщины Матхуры поспешно собрались и выбежали посмотреть на двух сыновей Васудевы, когда те, окруженные своими друзьями, по царской дороге входили в город. О царь, некоторые из женщин, желая увидеть их, поднялись на крыши своих домов.
Итак, глава называется «Кришна и Баларама входят в Матхуру». Миссия Акруры на этом закончилась. Он привез их из Вриндавана, собрав на себя, так сказать, множество разных недовольств и проклятий гопи, что проявилось в том, что позже у Акруры были определенные проблемы в Двараке, о чем мы говорили некоторое время назад. А так уж бывает, что даже совершая какое-то действие, которое входит в планы Бога, не все это правильно понимают, все это прочитывают через призму своего восприятия и награждают человека соответствующими благословениями, в кавычках. Вот. Так гопи Вриндавана не оценили никак, так сказать, миссию Акруры, хотя он занимался непосредственным служением. Так уж бывает, что одни преданные не ценят нашего служения, что поделаешь. Вот. А кто-то считает, что его служение более великое, а другие тут мешаются. Вот. Но несмотря на то, что не все могут понимать, что мы делаем и для чего мы это делаем, мы должны продолжать это делать. Вот, потому что это входит в планы Кришны. Кришна хочет этого, и хотя Акруре выпала такая неблагодарная миссия увести Кришну из Вриндавана от самых возвышенных личностей, вот, тем не менее он это сделал. И теперь он привез Кришну на другое поле деятельности, Матхура, где должна происходить, скажем, такая заключительная часть игр, связанных с убийством Камсы, своего рода как бы некая, так сказать, точка. Вот уже наступил такой возраст Кришны, когда его вриндаванские игры постепенно, так сказать, подошли к концу, уже требуется что-то другое. То есть мы видим, что Кришна как вот такой гастролер там побыл, здесь побыл, Вриндаван, точнее родился он в Матхуре, потом Вриндаван, потом опять Матхура, потом Дварака. Вот, в Хастинапур он уходил, то есть кому-то он сейчас дает свой даршан, свое время, является свои игры, от кого-то он сейчас, скажем так, отрывается. И вот теперь он пришел порадовать сердца жителей Матхуры. Интересно, здесь вот в текстах описывается, что жители Матхуры, в частности женщины, слышали о Кришне. То есть они не видели его до этого, слышали о Кришне. И теперь, когда прошел слух о том, что он появился, они все, так сказать, конечно же, решили увидеть. Вот, то есть это естественная закономерность. Сначала мы о чем-то слышим, а потом открывается видение этого всего. Всегда мы о ком-то услышали, потом начинаем видеть. Это же верно в нашей духовной жизни, что наше видение Кришны осуществляется через слух. То есть у нас сейчас Кришна свои личные игры вот в этом месте, в это время конкретно не проводит. Вот, но мы имеем возможность слушать о Боге всегда. Видеть Бога лично не всегда есть возможность. Вот, люди иногда приезжают в храм получить даршан. Вот, не у каждого дома есть божества, не у каждого дома там какой-то высокий стандарт поклонения. Вот, поэтому там Бог, может быть, не так сильно проявлен. В тех местах, где ему больше служат, соответственно, он больше проявлен. Вот, поэтому люди приезжают в какие-то места паломничества или в какие-то известные храмы, где высокий стандарт поклонения божествам. И там, благодаря этому преданному служению, Кришна больше присутствует, он больше проявлен. Вот, и это люди ощущают, они замечают это, поэтому они приходят туда. Итак, слух, видение – это такая цепочка, которая описана Бхактунатхакуром в книге Шихринама Чинтамани, где он описывает последовательность осознания Бога. Он говорит: «Нама, рупа». Сначала мы слышим «наму», вот, потом мы начинаем осознавать или видеть рупу, то есть форму, то есть есть четкая определенная связь. И она именно такая. Вот. Люди часто хотят вот эту вот первую ступень слушания перескочить. Они сразу требуют: покажите нам Бога. То есть они глазам верят больше, чем ушам, непонятно по какой причине. Вот. То есть люди вот сейчас не очень понимают, что чувство слуха на самом деле более тонкое, чем зрение.
потому что благодаря слуху мы можем вступить в контакт с более тонкой реальностью, хотя мы миллион раз приводили определенные примеры, что слух он более информативный, чем зрение, люди продолжают больше верить глазам. Вот если поместить их темной ночью, в темном месте, где вообще нет никакого света, то есть на глаза нет никакой надежды, все, что нам останется, это ориентироваться по звуку. Какие-то звуки откуда-то там будут раздаваться, и вот так мы будем ориентироваться. Вот, и благодаря этим звукам будет происходить какая-то внутренняя визуализация, мы что-то можем себе такое представлять. Вот, поэтому даже можно сказать, что радио изобрели раньше, чем телевидение, да, то есть сначала слух, потом картинка, потом зрение. Вот, то есть раньше, когда у людей не было всех этих развлечений, связанных с телевизором, со всеми этими способностями смотреть, видеть, а развлечение было через слух, когда люди собирались по вечерам и слушали, они общались, слушали друг друга, слушали каких-то мудрецов, те что-то пересказывали, и таким образом в их сердцах какое-то видение пробуждалось. То есть вот это традиционная картина, то есть так в такой последовательности происходят вещи. И в данном случае жители Матхуры имели шанс, сначала, так сказать, будучи наслышанными о Кришне, теперь появилась возможность увидеть его, когда он пришел сам по своей воле. Это очень важный момент. Можно сколько угодно слышать о том, что Кришна есть, но его личное явление, оно зависит исключительно от его личной милости, личных планов. Вот, то есть, если бы не было на то воли Кришны, жители Матхуры так бы и оставались с ним максимум в контакте через слух, что мы где-то слышим о том, что есть какой-то Кришна. Вот, поэтому явление Кришны в жизнь конкретного человека – это проявление исключительно его доброй воли, его планов. Вот, то есть здесь мы не можем его никак, что называется, своими силами заставить показаться. Максимум, в какой форме он показывается, это в форме арчи-виграха в храме. Вот, это как раз есть форма для новичков. Вот, потому что представьте себе, что сейчас, допустим, вот это, не вот эти формы стояли бы на алтаре. Мы говорим, они не отличны от Кришны в том смысле, что они принимают служение. Они принимают служение, одаряют нас милостью, давая нам даршан, давая нам просад, освящая все те субстанции, которые мы предлагаем, благовония, цветы, вода и так далее. Вот, то есть представьте себе, что сейчас вот тут бы стояли живые Гауранитаи, Радха Говинда, Джаганнат Субхадра Баладев. Это означало бы, что в нашей жизни больше не будет ничего. То есть... Итак, здесь говорится, что жители Матхуры прервали все свои дела, что они занимались какими-то делами своими, и когда они услышали, разнесся слух. Кстати, вот сейчас мы говорим, что слухи – это плохо, да? Не верьте слухам. Вот, в действительности, раньше это был единственный способ получения информации. Газет не печатали, журналов, интернета не было. Вот, просто слух обозначает, кто-то сказал, я услышал. По сути дела, ничего не изменилось. Вот, то же самое, что было, то и осталось. Просто появились какие-то печатные издания, появились еще какие-то. Но по сути дела, все равно слух лежит в основе. Вот, все равно кто-то что-то услышал, увидел, сказал, другой услышал, увидел, передал другому. То есть принцип передачи знания, он не изменился. Немножко изменились формы, появились какие-то вот немножко более развитые формы, опережение, да, вот, опережающие информации, где-то кто-то там в Бразилии прыгнул выше всех, и мы через секунду об этом узнали благодаря интернету. А раньше, представьте себе, далекий континент, где-то там за океаном находится, вы только через 3 года узнаете, что кто-то там куда-то прыгнул, да? Вот, потому что пока там, значит, все переплывут, переедут и так далее, или там голуби там какое-нибудь письмо перенесут. Вот. Ну, долгое дело, короче говоря. Поэтому оперативности раньше не хватало, конечно, вот, но принцип тот же самый, слухи. Кто-то что-то услышал, вот, увидел, передал другому, теперь тот услышал, передал дальше. Вот, поэтому слово «слух» оно имеет плохое значение, в основном потому, что люди плохие. Люди плохие очень. Вот, поэтому все, что от них исходит, это плохие слухи. А если человек хороший, все, что мы от него услышали, слухи, нормальные слухи, потому что хорошего человека квалифицированно, у него нет никакого интереса изменять информацию, понимаете? Честные люди, честные слухи. Плохие люди, плохие слухи. Поэтому смысл не в том, что слухи – это ненадежный источник информации. Смысл в том, что люди ненадежные.
Люди плохие, люди со своими низкими качествами, со своими какими-то примесями и так далее. Поэтому, о, слухи какие-то. Принцип какой был, слух такой и остался, что миллионы лет назад, что сейчас. Люди изменились в худшую сторону. Поэтому теперь слухи – это что-то плохо. Нужно верить надежному источнику информации. А там, откуда узнали, тоже услышали. Все те же слухи, просто в другой форме. Итак, жители Матхуры услышали от хороших людей честную, верную новость о том, что Кришна с Баларамой пришли в Матхуру. И поэтому, естественно, они выбежали, потому что по улицам, по какому-то определенному маршруту, и им было все равно, как они выглядят. Вот скажите, пожалуйста, женщины, положив руку на сердце, вы бы вышли сейчас на улицу с одним глазом накрашенным, в одежде, одетой задом наперед? Думаю, что, наверное, нет. Вот. Но здесь описываются жители Матхуры, женщины. Там одну серьгу вставили, другую не вставили, один глаз накрашенный, другой не накрашенный, как-то там все там задом наперед одели и так далее. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что вот эта вот жажда видеть Бога настолько сильна, что какие-то уже материальные условности теряют свою значимость. То есть обычно, когда люди наряжаются, что-то еще, о чем они думают? Они думают о себе. Как я буду выглядеть, что обо мне другие подумают, что они скажут и так далее. Вот, то есть это некая важность себя. Это неплохо быть аккуратным, что там все у нас симметрично, все правильно одето и так далее. То есть мы не рекламируем какие-то такие вот всякие разные странные взгляды на моду, на порядок, на чистоту. Все должно быть нормально. Но в данном случае вот эта вот система ценностей материальная, что я важен, мнение обо мне, как я выгляжу и так далее, она полностью уступила место другой системе ценностей, когда важно было увидеть Кришну. Неважно, каким глазом я вижу Кришну, накрашенным, не накрашенным, двумя накрашенными, одним накрашенным, другим не накрашенным, не имеет значения. Важно, что я увижу Кришну. Вот. И как я буду выглядеть, не имеет никакого значения. То есть вот это интересный момент, когда ложное эго, вот это вот ощущение себя, каков я, да, в глазах людей, оно уступает место совсем другому настроению, что есть Кришна, и когда появляется Кришна, то есть получается, что он здесь одним своим явлением затмил все остальное. То есть все остальное, оно вдруг потеряло значимость в глазах Кришны. То есть по этому одному мы можем понять, насколько вот эти жители Матхуры осознавали Кришну. Они были необычными людьми личности, это чистые преданные, естественно, кто же еще мог тогда жить в таких местах, где является Кришна. Вот. И вот это, в этом показана их жажда. Вот мы знаем, есть такое качество лоульям. Лоульям обозначает духовная жадность, духовная жажда. То есть она обозначает, что человек готов ради Кришны вообще все бросить, все какие-то там, так сказать, материальные дела отложить в сторону. Если кто-то ел, кто-то там спал, кто-то там массаж принимал, все было, так сказать, заброшено вот, на полдороги, потому что Кришна обладает первичной значимостью. То есть, вот, если он первый, так сказать, он привлекает внимание, вот это вот, на нем сосредоточено внимание, все остальные чувства удовлетворены естественным образом. То есть мы здесь нуждаемся в многих вещах. Я ем, потому что я чувствую какой-то голод, пустоту, я хочу ее заполнить. Теперь я говорю, все, я полный, я наелся. Вот, я много чего, так сказать, потребляю в этом материальном мире через чувства, потому что есть какой-то дефицит, какой-то недостаток. Но когда входит Кришна, тогда все остальное, оно заполняется естественным образом, потому что он есть пурнам, то есть он есть полный, который содержит в себе абсолютно все. Вот, и здесь его называют как восторг для чувств, да, так сказано где-то тут. Да, они увидели его своими глазами, его воплощение высшего восторга, так описывает его. Интересно. Ага. Ананда, да, ананда, экстаз от этого образа. То есть, когда появляется в нашей жизни Кришна, то многие вещи меняются в системе ценностей, какие-то вещи, которые были суперважными, они вообще или теряют свою важность, или ходят на второе место, какие-то вещи вообще исчезают из жизни полностью, они больше не нужны уже. То есть это обозначает, что Кришна обязательно изменит жизнь. То есть невозможно сохранить прежнюю жизнь, приняв Кришну.
А Шрила Прабхупада говорил так иногда: ничего не меняйте, главное примите Кришну. Это правильный ход, потому что он знает, что когда Кришна войдет, все само изменится. Вот, то есть невозможно сделать так, что в комнате тьма, потом мы включили свет, и лампочка горит, и тьма сохранилась. Не бывает такого. То есть когда свет зажегся, тьма ушла. Вот, когда Кришна входит, тогда какие-то вещи неизбежно уходят, они не могут не уйти. То есть тьма не может сохранить свое существование, когда входит свет. Просто нереально. Вот, поэтому чем больше в нашей жизни появляется Кришна, тем меньше в нашей жизни остается вещей вторичных, менее важных. И вот то, чем обычно занимаются люди, это важные вещи, важные для нас, для нашего выживания. Здесь показано, каким образом жители Матхуры очень быстро переключились, скажем, на Кришну и забыли обо всех этих вещах. Вот там в 28 стихе говорится, что «И как только волоски на их телах стали дыбом, о покорители врагов, они забыли о бесконечных страданиях, которые причиняла им разлука с Господом». У них страдания от разлуки с Господом. У нас обычно страдания от разлуки с объектами чувств, вот, потому что люди в основном находятся в гуне страсти, и когда они окружены теми объектами чувств, которые им нравятся, они говорят: вот хорошо, комфортно, приятно. Но когда кто-то уезжает или что-то там заканчивается, теряется, люди чувствуют какое-то неудовлетворение, потому что они расстались с этими объектами чувств. Это счастье в гуне страсти, которое проистекает из контакта чувств с их объектами. Вот, но у жителей Матхуры проблема была другого свойства, то есть они находились на уровне любви к Богу, поэтому им была нестерпима разлука с ним, и вот теперь самбхога, встреча. Мы знаем, что с Кришной есть два состояния: випраламба, это разлука, и самбхога. Самбхога обозначает встреча. И хотя и то, и другое является проявлением экстаза, духовной жизни, вот, и даже в нашей традиции считается, что випраламба, разлука, это даже лучше, даже выше, вот, но тем не менее, все-таки мы бы хотели самбхоги, потому что они друг от друга отдельно не существуют. Встреча и разлука, они взаимосвязаны. Итак, очень важный момент – это то, что духовная эмоция, она перекрывает все остальные вещи. Одна из проблем в нашей жизни, в частности, в духовной, состоит в том, что мы хотим сохранить и материальный комфорт, и материальное счастье, и духовное счастье. Это иногда возможно на какое-то короткое время, в том случае, если у нас, не знаю, очень какая-нибудь хорошая карма, что у нас все как-то так вот само собой легко получается в материальном плане и по всем фронтам, по всем направлениям жизни. Все неплохо, так сказать, все как-то есть, и тело работает, и семья, и обеспечение, и, в общем, все как бы хорошо. И еще на этом фоне сознание Кришны, ну, прям вообще сказка, да? Вот, лучшее из обоих миров. Вот, но это достаточно редкий случай, вот, потому что в Кали-Югу у людей, как правило, плохая карма. То есть с хорошей кармой люди в Кали-Югу-то не рождаются, собственно говоря. Кали-Юга обозначает плохое рождение. Вот, по меньшей мере, совершенно точно, что никто из родителей не заботился о хорошем рождении в духовном плане для детей, что там какие-то мысли о том, как создать нормальное настроение, чтобы пришло какое-то живое существо. Так, все случайно, незапланированно происходит. Вот, поэтому в Кали-Югу, как правило, рождение, оно всегда создает определенные проблемы. Вот, и всю свою жизнь мы пытаемся исправить те проблемы, которые обусловлены нашей прошлой жизнью. В нынешней жизни мы сталкиваемся с тем, что у нас есть какие-то ограничения, допустим. Вот человек родился, и у него чего-то там нет, да? Вот какой-то части тела нет, вдруг почему-то он родился там без руки, или без ноги, или без пальца, или там с одним глазом, или слепой, или еще что-нибудь. Вот, или если он весь целый,
выясняется, что ему чего-нибудь не хватает, разума не хватает, денег не хватает, здоровья не хватает. И всю эту жизнь мы пытаемся бороться с последствиями своей прошлой жизни. То есть эта жизнь заработана прошлыми, и мы видим, что что-то есть, чего-то нет. И при помощи того, что у нас есть, мы пытаемся бороться за то, чего у нас нет. То есть сегодня мы исправляем ошибки, сделанные вчера. Но попутно мы делаем ошибки сегодня, и завтра будем исправлять ошибки. И так вот всю жизнь. То есть, собственно говоря, из жизни в жизнь. Живые существа просто пытаются бороться с последствиями своей прошлой жизни, как-то восстановить чего-то там дефицит, недостаток, что чего-то не хватает, у кого-то здоровья не хватает, у кого-то денег не хватает, у кого-то там в отношениях какие-то проблемы. Вот. И поэтому надеяться на то, что в Кали-югу все будет вот хорошо и в материальном плане, и еще сознание Кришны у нас тут расцветет. Это хорошая, так сказать, идея, это хорошая, так сказать, хороший план, вот, но он редко осуществляется, поэтому здесь нужно совершенно четко сделать определенные ставки, то есть понять, что для нас первично. Вот. И что касается нашего материального существования, то самый максимум – это то, что мы просто должны быть удовлетворены тем, что есть. Независимо, нравится нам, не нравится, чего мы там хотели в своих амбициях, в гуне страсти, что, может быть, мы думаем, что мы достойны чего-то большего. Да, в гуне страсти так разум работает, что нам хотелось бы все время чего-то большего, чем есть. Но духовная жизнь возвращает нас к реальности, и реальность такова, что ты имеешь то, что ты заработал, ты не можешь получить больше, чем ты заработал. Вот. То есть это уже неправильная постановка вопроса. Поэтому правильный подход обозначает в материальном плане будь удовлетворен тем, что есть, а вот в духовном плане постоянно стремись к большему. Потому что духовная жизнь, она с кармой никак не связана, духовная жизнь – это как раз и есть сфера нашей свободы. Наше материальное благополучие, материальные возможности – это сфера нашей кармы. То есть многие вещи предопределены. Какая-то коррекция возможна до определенной степени, но не такая большая. А вот в духовном плане здесь у нас свободы куда больше. И вот тут это как раз и есть сфера приложения максимума усилий. Вот, потому что если человек как-то вот кармически, материально обусловлен, вот сидит он там в тюрьме, в кандалах и так далее, конечно, там можно иногда где-то там что-то, какой-то подкоп и так далее, но все это очень сложно, очень долго, и нет никаких гарантий, что нас опять, так сказать, не поймают. Вот, поэтому вместо того, чтобы пытаться решить свои материальные проблемы, если мы их можем решить, если у нас есть потенциал, нужно решать до тех пор, до той степени, до которой мы можем. Но полностью нужно понимать, что они нерешаемы. Вот одна проблема уходит, другая приходит. Вот, поэтому, в конце концов, что касается материального существования, здесь правильная установка – это удовлетвориться тем, что есть. Вот, но в духовном плане прилагать как раз максимум усилий. Вот это будет правильный подход. И вот тут как раз мы видим, что жители Матхуры, у них карма, конечно же, получше, чем у нас. Может, у них и не было никакой кармы, кто знает, чистые личности. Так или иначе, внешнее их существование было значительно более благополучным, чем существование жителей Кали-юги. Вот, и еще Кришна в их жизни присутствовал. Но самый главный момент, который мы должны отсюда ухватить, это то, что когда появляется Кришна, то это перекрывает все остальное. Вот, потому что, в конце концов, счастье на уровне тела, счастье на уровне ума – это вещи такие поверхностные. Вот, а само счастье, оно, его способность переживать, оно находится в душе. Вот поэтому без души ни ум, ни тело ничего чувствовать в любом случае не могут. Вот поэтому вот это вот счастье, которое переживает живое существо от служения Кришне, от встречи с ним, это счастье не зависит от кармы, и это счастье, которое является счастьем высшей пробы, высшего уровня. Мы знаем, что счастье в разных гунах бывает, описывается счастье в неведении, в Бхагавадгите. Счастье в неведении – это счастье, которое проистекает из сонливости, ленности, каких-то там одурманивающих вещей, такого нечистого образа жизни. Вот, счастье в гуне страсти возникает из-за того, что вот я активно действую, что-то в процессе своей деятельности
есть заработал, получил, вот я держу, обладаю чем-то таким вот вожделенным, вот от соприкосновения с объектами чувств, счастья. Но мы знаем природу этого счастья, что оно сначала дает нам нектар, потом оно превращается в яд. Счастье в благости – это счастье уже другой природы совершенно, оно не связано с нашей внешней кармой, с нашим вот, с контактом с невежеством или контактом с страстью, нет, оно уже атмабудхи прасада джам, то есть оно рождается из самоосознания. Нет, то есть это другого свойства уже, счастье, не зависящее от внешних этих всех характеристик. Вот, и оно сначала непростое, оно сначала подобно яду, потом подобно нектару. Вот, а трансцендентное счастье – это счастье уже, скажем, более высокого уровня. Но пройти к нему невозможно, не миновав вот этой вот ступени счастья в благости, счастья, которое вот, ну, связано с контролем чувств, с каким-то вот отрывом от этой материальной реальности. Это наша жертва. Это то, за что мы, собственно говоря, и покупаем Кришну. То есть мы показываем, что ради тебя мы готовы пожертвовать этим, этим и этим. И вот это время мы отдаем на служение Богу. Харе Кришна. Вопрос, пожалуйста. Еще раз. Баларама в пяти расах участвует. И у Дживы есть ли возможность в разных расах участвовать? Одновременно. Я не читал, но слышал, что сварупа или духовная форма живого существа может быть такой многофункциональной. То есть одно живое существо может находиться в нескольких расах с Кришной. Но здесь нужно понимать, что одна из рас, она является основной, а другие расы могут подключаться по необходимости. Вот, то есть, ну, классическая история, которую я слышал много лет назад, про одного мальчика-пастушка, с которым с Кришной вместе они купались в Ямуне. Вот, то есть это их основная раса, это дружба. Вот, но потом, значит, когда они вылезли на берег, вдруг выяснилось, что Кришна забыл взять гамчу, там какое-то полотенце, чем вытираться. Вот, и этот мальчик-пастушок, он превратился в полотенце, и Кришна им вытерся, потом он опять стал. То есть полотенце, гамча – это шантараса, то есть это форма служения, как бы такая, или дася, там, да, то есть чем, вот, через какое-то время. То есть сварупа, она многофункциональна. Мы же видим, что здесь, в этом мире, мы можем тоже в разных ролях действовать, да, и начальник, и подчиненный, и брат, и друг, и там, муж, и отец, и ребенок, то есть одновременно. Вот, то есть это говорит о том, что в принципе в духовном мире тоже вот эта многофункциональность возможна, но какая-то основная раса, она является доминирующей, так называемая стхай-бхава, то есть это вот основная. Вот, остальные вот эти вот так называемые вьяпичари-бхава, вот, они так как, ну, меняются, то есть появляется одно, другое, там какие-то всякие разные возможности. То есть не то, что вот вы там, как вот, знаете, одну какую-то функцию взяли, и все. То есть мы видим, что даже в этом мире люди умудряются много разных дел, много разных отношений. Тем более в духовном мире. Вот. Но это, то есть надо понять одну простую вещь. Есть догматичное понимание шастр. Догматичное обозначает, что-то услышал человек и не думает вообще, он просто принял все. Вы пастушок в духовном мире, все, теперь я только пастушок. Это догматичное понимание. Вот. А правильное понимание обозначает, я пастушок, и это основное, но также я же член другого социума, понимаете? То есть часто люди, они вообще не мыслят, вот как в армии, им сказали что-то, вот такое догматичное понимание шастр. То есть фактически это вообще не понимание. Бум-бум-бум-бум-бум. Какие-то вот как вот навтыкали какие-то вот такие вот в ум там, такая цитата, такая, связи между ними не существует. Я приведу такой пример, как вы знаете, мост строят, сначала опоры строят, одну, вторую, третью, а потом между ними их связывают. Так вот догма, как вот навтыкали опор, понимаете, вот мы услышали то, в шастре говорится то, в шастре говорится это, окей, куча разных вещей в шастре говорится. А теперь как это все связать, понимаете? И люди, которые не привыкли мыслить,
которые просто привыкли догмы запоминать, вот, у них и не получается вот этого процесса комплексного понимания. У них просто набор цитат, набор догм, понимаете? Вот, то есть диалектического, живого понимания не существует. Вот, и это плохо, а оно должно быть, понимаете? Вот, поэтому и это живое понимание, оно и называется анубхава, то есть реализация, личный опыт. Если человек просто гьян, выучил шлоки, выучил разделы, это глава о том, очень хорошо, все, он прям пандит, понимаете? Кучу догм запомнил, кучу, то есть можно сказать, что некая шлока, это некая догма. То есть догма — это неплохо, как вот опора моста — это неплохо. Опоры моста — это неплохо, но если нет этого перекрытия соединяющего, то это плохо, понимаете? То есть мост нефункциональный, по нему никуда ехать невозможно. Вот, поэтому, кроме того, что мы учим некие шлоки, некие догмы, теперь связующее звено должно быть. Это связующее звено — это личное сознание, это разум, который дается Кришне, понимаете? Когда мы теперь все видим в связи, а не по отдельности. Да. Когда мы говорим, что все хорошо в жизни, хорошо, относительно хорошо, люди также болели, старели и умирали, смысл в том, что хотя у них все было хорошо, у них и разум был лучше. А этот лучший по качеству разум, он как раз и позволяет видеть, что хотя внешне все хорошо, заканчивается все равно все плохо. Понимаете? Вот, и вот этот тонкий разум, который раньше присутствовал у людей, он позволял видеть за всем этим внешним хорошо, неизбежность все равно разрушение всех наших материальных планов. Поэтому люди уходили из семьи не потому, что он там с женой поругался, ему надоело, да? Вот. Достаточно высокая культура могла быть между людьми, но он просто понимает, что время пришло, вот и все. То есть благодаря духовному знанию другие приоритеты, то есть разум более острый. И этот более высокий разум, он позволяет понять, что независимо от того, в какую мы эпоху живем, все вокруг хорошо или не очень хорошо, даже то, что хорошо, оно все равно разрушается. То есть все это будет. Вот, поэтому мы знаем, что вот этих вот четырех категорий людей, которые обращаются к Богу, те, кто в беде, жаждущие богатств, да, любопытные, ищущие абсолютную истину, сейчас в основном вот те, кто в беде, те, кто в нужде, значительно меньше других категорий. А в другую эпоху просто в других категориях было больше людей, было больше искателей истины, было больше любознательных людей, может быть, было меньше людей, которые там в беде, нужде, потому что у них карма была лучше. Но за эти четыре категории выйти невозможно. Просто пропорционально в разную эпоху в одну доминирует одни, в другую доминируют другие. Да. Пожалуйста. Почему люди приходят в сознание Кришны, говорят, что это беспричинная милость, но все-таки вот беспричина — это значит, что она лишена кармы, так как карма имеет причину... Нет. Беспричинная милость обозначает, что мы пришли не потому, что мы заслужили. Просто Кришна добр. Приходят те, у кого есть некоторая бхакти-сукрити, некоторый запас благочестия, связанных с бхакти. Именно с бхакти. Три вида сукрити. Карма сукрити, гьяна сукрити и бхакти сукрити. Вот, поэтому люди, Кришна дает всем милость одинаково, но реагируют на нее все по-разному. Вот, и те, кто так хорошо, восприимчиво очень реагирует, это люди, у которых просто было бхакти сукрити. Вот, но бхакти, оно не имеет материальной причины, поэтому называется, что милость, которую дает Кришна, она беспричинна. То есть нет такой материальной деятельности, причинно-следственной материальной деятельности, кармы, которая могла бы вызвать бхакти, не существует. Есть благочестивая материальная деятельность, которая может создать материальное благочестие, но материальное благочестие также бхакти не дает, понимаете? Вот, бхакти дает только, когда мы хотя бы неосознанно как-то соприкоснулись с преданным служением, понимаете? Вот, и преданное служение, оно находится в сфере сад, в сфере вечности, где вот этот вот закон кармы, причинно-следственный, он не действует, понимаете? Поэтому, когда мы говорим «беспричинная милость», обозначает, что ее причина лежит не в материальной сфере, а в том, что когда-то человек соприкоснулся с духовной сферой. И вот это теперь стало причиной того, что у него вера пробудилась, интерес. По карме человеку уже положено.
Если человек берет кредит, что, ну, естественно, из будущего, вы же в будущем кредит оплачиваете. Вы же не можете оплатить кредит хорошей кармой прошлой жизни. Вы говорите, весь договор о кредите, видимо, я никогда не подписывал, вот, но весь договор о том, что я в течение года там, или пяти, или десяти буду там столько-то отдавать, совершенно очевидно, что вы в будущем лишаете себя части какого-то, так сказать, наслаждения, вот, ради того, что вам вот сейчас хочется, что ждать вы никак не можете, вот, вам нужно счастье сейчас. Окей, естественно, что вы берете в долг у своего же собственного будущего, раз вы продолжаете в будущем отдавать кредит. Здесь же никакой эзотерики, простая логика. А, последний вопрос, пожалуйста. Научиться чему? Довольство тем, что мы имеем, да. Что духовная практика может? Повлиять на карму. Духовная практика на карму может повлиять? Может ли на карму? Может, если это практика высокого уровня. На печке вы можете на плитке разогреть воду, но если у вас вода стоит там деление на единички, ну, до вечера будете ждать, пока она там тепленькая станет. Вот. Если вам нужен кипяток, сейчас. Значит, вы ставите на максимальную, тогда быстрее все будет. Вот. То есть принцип таков, что духовная практика, она аннулирует карму, но эта духовная практика должна быть очень высокого уровня, концентрации, понимаете? Вот. Причем не нужно думать о концентрации с позиции нашей гуны страсти, что начинаем носиться, там, предаваться начинаем, да? Предаваться. Там, чем больше букву «Р» сказал, тем более преданный. Вот. Это не имеет никакого отношения к бхакти, это имеет отношение к материальным усилиям. Вот. Когда мы хотим Кришну завоевать в гуне страсти, быстрее предаться хотим, и так. Гуна страсти – это гуна страсти, не нужно ее с бхакти путать. То есть бхакти – это интенсивность деятельности души. Если у человека активная природа, конечно, ему гуну страсти свою задействовать нужно, но не нужно путать ее с бхакти, это совершенно разные вещи. Я знал людей, которые там в 90-х годах носились там как сумасшедшие вагонами, там книги распространяли, только непонятно, куда они сейчас подевались. То есть предавались по полной программе. Вот. Но почему-то, так сказать, их преданное служение, вот оно как-то не сильно, так сказать, на их карму повлияло. Вот. Поэтому здесь надо понять сам принцип, что духовная энергия, преданное служение действительно ослабляет карму и даже разрушает ее. Вторая глава Бхагавад-гиты, Кришна говорит, разумные люди, значит, вот, занимаясь преданным служением, разрушают эту карму и достигают состояния неподвластного страдания. То есть, есть такие стихи, в Бхагаватам говорится, что разумные люди по метованиям Всевышним разрубают эти вот тугие узлы кармы и так далее. То есть, это очевидная вещь, но насколько интенсивным должно быть духовное служение для того, чтобы разрушить карму. То есть мы имеем дело с двумя величинами. Одна величина – это наша карма, вторая величина – это духовная энергия. Карма может быть плохая, а преданное служение может быть слабым, может быть сильным. Если у человека плохая карма, но сильное преданное служение, тогда он вещи нейтрализует. То есть у него плохая карма, но слабое преданное служение, ему сложно что-либо с этим всем поделать. Вот. Или наоборот, у человека может быть такая легкая карма и интенсивное преданное служение, тогда от его кармы ничего не остается достаточно быстро. Вот. Поэтому здесь мы имеем дело с разными соотношениями. Обусловленность наша и наша деятельность во имя Кришны. Вот. Но принцип неизменный. Свет рассеивает тьму, это мы не оспариваем. Но насколько густая тьма и насколько силен свет, вот тут и лежит, так сказать, весь ответ. Насколько это все будет интенсивно и быстро. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.